Саламатсыздар ма? Менім аты жөнім Савердин Султан. Қытайға оқуға келдім. Университетің аты Гуанси. Жалпы біз келгенімізге, бүгін 5-ші күн, бүгін 1-ші сабақ болды. 1-ші сабақта көп нәрсе үйрендік, сөйлеуге, жаңағы тіл табысуға. Мы сегодня изучали вот только тональности. Как бы вот 4 тональности: А, А, А и А. Вот так. Очень большой плюс. Меня заинтересовало то, что вот сейчас у нас начались первые занятия. И мне очень понравилось то, что здесь совсем иное обучение. В плане того, что мы не сидим с 8 до 4 и не сидим с пары на пару, ожидая перемену. Здесь получается через каждый какой-то период, через минут 40 примерно переменки, где очень можешь немного отдохнуть, отвлечься и очень хорошо запоминаешь это все. Жатаханаса. Казахстан так не каранда жахса. Ходим на базар, кстати, здесь рядом. Практикуемся. Что еще сказать? Уже выучили, сколько это стоит, там суммы, торгуемся, даже просим скидки. Китайская кухня отношение такое, ну, среднее. Запах мне не нравится, это специфический. Ну так, в принципе, в целом кушать можно, так сойдет. Ну, донер более-менее, вот курица жареная тоже неплохо на вкус была. И вот что-то вот наподобие лагмана тоже нормально. Миф поладу, бэл, сумдаган, зиверит, вытрак, ищет, апказок мандай. Ну, говорят, что здесь насекомых едят, и все, что движется, все, что ползет. Но я еще прям насчет этого не убедился, потому что обошел всего там 3-4 базарчика. Пока вот все, что видел, морепродукты, курица, свинина, в основном вот здесь это часто употребляют в пищу. У нас на территории кампуса есть столовая, мы там готовим, там есть сиралка, там она много. Всем привет, друзья, салем, достар. Бүгін мен Джуанжи, біздің Джуанжи университетінің ас үйін көрсетейін деп едім. Негізінде ас үйде бізде екі тонас холодильник дейді қой, сол көріп тұрғанымыздай өзіміздің тамағымызды дайындап, ашып кетпеу үшін салып отырамыз. Және де комплектте екі микроволновка бар, рабочий мультиварка бар. Он жағымызға қарасаңыздар, киімізді жуатын стиральный машина. Барлығы рабочий, төртеуде. Салып, жуып отырамыз. Киіміміз таза, каждый день. Мынау біздің плитамыз. Негізі осы ас үймен тек қана осы біздің студенттер ғана қолданады. Өйткені көп иностранцтар, қытайлар, олар барлығы барып ресторанда немесе ас үй кафеларда тамақ ішеді. А негізі осы дайындайтын өзіміз ғана қазақтар. Сондықтан көптеген шкафтар бар, продукты барлығын қою үшін. Негізі әрине Қытайда тамақ деген жетерлік, барлығы дәмді, бірақ та кейбір кезде өзіміздің еліміздің халқымыздың тағамын ішуге сағынамыз. Сондықтан да біз осында ас үйге жұмасына бір рет келіп, әдейі қыздардан сұрап, қыздар тамақ пісіріп беріңдерші бізге, өзіміздің еліміздің сосын бізге тамақ пісіріп, біз өзіміздің еліміздің туған тамақ дейді, сондай тамақ ішіп осында отырамыз ас үйде. Кухне необходимо все есть, там посуды, сковородки, а самим готовить это намного дешевле. Как бы покупаешь за где-то за 5-6 юаней продукты, там картошки, помидоры, макароны при себе, намного дешевле. А Нурлан как готовит? Нормально так, средне, да я шучу, нормально. Қала жаңа айта кетсек, қала өте таза қала, Қытайдағы мысалға. Бұл мысалға бұл жерде Алматыдан қарағанда бұл қала Алматыдан ғана 5 есе үлкен. Город примерно 4 раза больше, чем Алмата. Здесь очень красиво. Да, по сравнению с моим городом это просто супер. Біз қысқа дайындалып келсек, бұл жақта вообще жаз. Былай алдында климат жағынан жауап жоқ. Мысалға мен өзімнің аллергиям бар да, мысалға. Мысалы Алматыда жүрсем, мен аллергиям болады, ал бұл жерде болсам, тоқтады бұл жерде. Мен бұл жерде ауасын таза. Обрел новых друзей,
начал общаться с иностранцами, с самими китайцами начал общаться. Вначале было трудно, жестами общались, а сейчас более-менее. Иностранцы очень приветливые, менталитет вот мне здесь нравится. Все очень простые, дружелюбные. Все вот улыбаются, даже продавцы более дружелюбнее, чем у нас. Это очень хорошие иностранцы, если не общаюсь. Они мне помогали с китайским, они мне помогли за территорию кампуса, они помогли мне купить постельное белье. Ну, просто мы с ними общались. Китайцы, кстати, очень активные в плане того, что если мы, допустим, из-за переклиматизации, может быть, да, просыпаемся там, ложимся очень поздно, просыпаемся где-то к обеду, а в это время с утра уже начинает баскетбольное поле, футбольное поле, оно уже все забито, там китайцы все время чем-то занимаются, заняты, и нам немного стыдно за то, что мы бездельники. Это на самом деле так и есть, но мы сейчас ищем секции. Нурлан сегодня сходил на танцы с девочками, потанцевал. С китаянками, кажется, ему понравилось. Он довольный. Я сегодня ходил на секцию танцев, знакомился там с китаянками. Танцевал, кстати, с ними. Мысалы, у них там еще три секции бар екен. Бұл университетте мен мысалға футбол жаңа секциясына қатыстым. Ол жерде отбор сатып, мысалы, командасын алды. Ол жерде неше түрлі олды өкілдері оқиды, неше түрлі елден келген. Арабия, Кипр, Алжир, еще это люди. Мне очень понравился кампус, так как здесь большая территория, здесь все охраняемо, здесь кругом, кроме студентов сюда и учителей, никто особо попасть не может. И поэтому здесь безопасно, уютно и красиво, конечно. Без осында алты юанға мохито іштік. Ол біздің есеппен 300 теңгеге іштік. 300 теңге біз үшін арзан. Мұнда барлығы арзан.